Сегодня замечательный день. Сегодня мы крестим вот эту вот девочку нашу, нашу доченьку Настюшу. А сегодня крестина моей племянницы. Крещение внучки. А, погода прекрасная, солнечное настроение. Я вот соответствующе одет, соответственно. Какое сегодня число вообще? Ой, число сегодня. Вот число я не помню, какое сегодня. Какое сегодня число? Пятое. А, пятое, да. Пятое число. Сегодня крестим племянницу мою любимую маленькую. Ну, сегодня, на самом деле, мы совершаем обряд крещения моей внучатой-племянницы. Это большое событие. Вот. И я вообще горд, что я присутствую на этом событии. Сегодня великий день для меня и для моих близких. Сегодня я крещу свою крестницу. Как зовут? Крестницу зовут Анастасия. Вот. Я буду крестный отец. Сегодня ей уже 4,5 месяца. Вот. Сегодня нашу внучку, такую хорошую, долгожданную, будут соединять с Богом. Сегодня мы крестим нашу дочуру. Как зовут? Анастасия. А почему Настю решили назвать? Потому что папа так захотел. Папа так захотел, потому что у нас очень красивое отчество. Она у нас очень активная. Мы ей очень занимаемся. Ходим в бассейн, на йогу, да, Настюш, делаем массаж. Вот она, ей все интересно. Ну, она веселая, бывает, она бывает балуется. Она, на самом деле, замечательный ребенок, самый жизнерадостный, который я только видела. Самое главное достижение, что она у нас в семье появилась. Это самая большая радость в нашей семье. В свои 4 месяца она уже активная, как папа, и вредная, как мама. Она очень похожа на нашего любимого папу. И даже поведением тоже. Ты бы что хотел, чтобы ей перезвонилось от папы, ну, и ее папы, и от мамы, соответственно, и качество характера? Ну, не знаю. От мамы, наверное, красота. От папы это, наверное, скорее всего, то, что она будет слово всегда держать. Ну, от папы активность. То, что он активный человек, это не отнять. Ну и мам так, они друг другу не уступают, поэтому там по-любому что-то будет. А как решить, на кого она похожа? На папу, на маму? На папу. На папу она похожа. Говорят, будет счастливая. Я считаю, что вообще, мне кажется, на обоих похожа. Чем-то как бы и на маму, и чем-то на папу. Ну, я считаю, что на папу. Мамина что-нибудь есть? Не мамина, а мамина что? А мамина, я думаю, что характер, душа. Ой, хотелось бы, чтобы доброту, которая у Ксюши присутствует, ее жизнерадостность, вот, улыбку, которую она нам дарит каждый день, когда мы ее видим. Вот. А от папы уверенность в себе, как-никак. От своей супруги я хочу, чтобы она, да, была похожа характером, стремлением ко всему, такой же, как у моей супруги. А от папы выносливостью и исполнительностью. Мне очень хотелось, чтобы сначала одна профессия у меня была, потом другая, а теперь я думаю, что я хочу, чтобы она была просто достойным человеком. Говорить и загадывать сейчас что-то, ну, мне кажется, это... Ну, у меня такого права нет, да, говорить, кем она будет. И я думаю, что это все-таки потом как-то придет, скажем так, с возрастом уже. Конечно же, счастье, огромного здоровья, вот, чтобы в ее жизни все складывалось, как она хочет и как хотят ее родные. Ой, чтобы счастливая росла. Это здоровая и счастливая. Приносить много радости, счастья, быть доброй. Здоровье, прежде всего. Здоровье крестницы. Здоровье крестницы. Вот. А веры? Я хочу, чтобы она выросла человеком активным, добрым. Чтобы она росла послушной, хорошей девочкой для своих родителей. Вот. Ну, а я всячески буду помогать.